чем дело? Вы понимаете, у него есть друг в Ленинграде. Подожди, я сам. Понимаете, у меня друг в Ленинграде. Сегодня мне позвонили и сказали... понимаете, у него есть друг в Ленинграде. Ему очень нужно поехать и успеть. Так, ну, короче, у него нет денег на билет. Ну что ты молчишь, ну? Я вам верну. Да, деньги не проблема. Купил ты, не парень!